Стоит, значит, мужик, торгует медом. Торговля идет плохо. Никто ничего не покупает. Подходит к нему чувачок. Я, говорит, имиджмейкер, рекламный агент. Вообще профессионал своего дела. Хочешь, я тебе помогу? Он говорит, ну давай. Тут взял с него, бля, все, халат, там, чепчик, стоит, торгует. Орет на весь базар. Мед противозачаточный. Тут же выстраивается очередь в основном из женщин. Ну и значит, все, полчаса меда как не бывало. И значит, они считают, бабки стоят. И тут одна из женщин к ним подходит. Ребята, а как это противозачаточный? Вы хоть какую-то инструкцию дайте мне. Имиджмейкер к ней поворачивается и говорит, да что-то просто все, берешь хуй, мажешь медом, блядь, сосешь его и никаких детей.